там, братуха, за что остановили? Этого перевірка здійснюється представники Держбезпеки, вони транспортного засобу, транспортного засобу. Просрочений протокол перевірки та адаптації тахографа, він видається на 2 роки, від 12.03.2019 року на 2 роки, тобто до 12.03.2021 року. І що? Це є порушення. Ладно, давайте так, давайте почнемо з того, що по ПДД. Что водитель нарушил по ПДД конкретно? Правила дорожного руха. Вы к закону о полиции не относитесь, правильно? Кстати, надо остановиться без нарушений. Отдайте документы для начала. Отдайте. В статье 49 закону Украины про автомобильный транспорт так. Есть обовязки водителя. Там сказано, есть и закон о дорожном движении еще, там тоже обовязки водителя есть. Но закон Украины про автомобильный транспорт, згідно чого мы регламентуемся, там сказано, что водії транспортного засобу зобов'язані мати при собі документи, передбачені законодавством, та передавати працівнику уповноваженим на те особам для перевірки. Давайте почнемо з того, що у нас є ПДД. ПДД. Это підзаконний акт. Це підзаконний нормативний правовий акт. Підзаконний акт, правильно? Так. Да. Согласно ПДД, что он нарушил? Згідно ПДД, він нічого не порушив. Здійснюється рейдова перевірка. Що таке рейдова? Є предписання? Звичайно, є. Ви ознакомили водителя? Водія було ознайомлено. З рейдовською, що там, що ти сказав? Рейдова перевірка. Перевіркою? Так. Ти йому показав цю бумажку? Водій у мене не запитував. А ти обязан її показати? Шановний, дивіться. Є правопорушення. Значить, цього правопорушення буде складено акт. Ви можете бути присутнім під час складання акту. Він спочатку должен протягнути стать без нарушення. Вот это сначала, а потом уже дальше разговаривати. Не, подождите, мне. Зачем ви його остановили здесь? Шановний водій, підготуйте всі документи, припаркуйте, будь ласка, Харковіша, Купа. А дайте йому, а как он может делать это без документов? Да, без документов, отдайте ему права. Давай. Вот это ж его документ. А это ж его документ. Это его. Ну так отдайте ему. Это его. Он перевірки адаптації тахографів, він уже в нього просрочений. Так а що, ви його можете забрати? Він його може не мати. Ну просрочений, ви можете мати? Отдайте ему всім документам. Отдайте всі документи. Ми будемо згідно чинного закону. Давайте, знаєш, мерехи. Удобно буде? Це, я так розумію, ваш транспортний засіб? А що, навіть якщо наш був би, і що тепер? І що було б? Я нічого не думаю. І що би було? Я не знаю, от я би, якщо б їхав, я би хір би остановився. Чому? Ну це ви. Це ви. Це ваша особиста думка. А що я, якщо я не остановлю, що я нарушу? Вас же ж можна теж чпокнути через суд так крепко, що ви охренієте. Це ваше законне право. Та ваше законне право теж. Право много чого, розумієте? Ми не маємо права обмежувати водіїв. Хто останавливав? Я не об'єднаю конкретно безпеки. Шановний водій, будь ласка, реєстраційні документи, посвідчення водія відповідної категорії. Он же ж може держати отак. Він зобов'язаний передати. А що він ще зробити? Згідно статті 49. А що він ще должен зробити? Що він ще должен зробити? Передати документи для визначених документів. На колені не упасть? Передай документи. На колені не упасть? Згідно законних підстав. Так ознакомь, покажи на бумажці это. На словах можеш, знаєш, де розказувати. Відкрийте, будь ласка, закон. Я тобі нічого не должен, розумієш? Я вам тоже. Я перевіряю водія. Та ми не знаємо перевіряти, хто ти. Покажи, хто ти. Де твій жетон? Зараз я вам все перевірю, будь ласка. До якого числа? До 22-го. А це службова, державна служба. Ось що це таке. Це ексиви, да? Те, що видало рішення на оружие. Да. А что, разрешение на оружие там написано? Нет, у меня такое. Будь ласка, давайте, давайте дело рассматривать. Мы не разглядаем в смысле? А как взяли и выписали? Выпадку, мы проверяем данный транспорт. А может, будь ласка, открывайте ознакомь. Я не помню. Смотри, есть консультационная консультация. Послушай, это мы сейчас даем. Это вы должны подтвердить свою уполномоченную. Я повинен перевірити водія,
на необхідність цих оформлення документів. Якщо є порушення, скласти акт про порушення вимог чинного законодавства, і водій поїде далі. Все. А якщо він відказується? От все, він закрився і я все. Ви будете препятствувати? Будете препятствувати? Ви мене чули чи ні? Я задаю вопрос, да чи ні? В даному випадку, якщо він зараз уїде, буде складено акт без його присутності, що водій відмовився, все, та направлено за місцем реєстрації. Куди воно буде? Суд направлено? Його, що? Його розглянуть в управлінні УКТНБ. Скільки там штраф? Какой штраф? Там не штраф, фіксується акт. Він розглядається в управлінні, в присутності перевізника. Тебе проще уїхати і все. Не, не. Сейчас он тебе мозг выебет и все. Зачем? Ми зараз тут більше постоїмо, ви хуй кого остановите просто так. Будемо зупиняти і працювати. Давай проверим. Давай проверим, що тебе ніхто не покаже документи. Ведь я тебе просто обіцяю. Ти не залазь глибоко в бутылку. Я говорю, не залазь глубоко в бутылку. Я вижу, как вы одели, блядь, мастерки, ходят они, красавцы. Не, удостоверение, конечно, вообще. Чисто ты что, держава выдала, ты микрофон. А, это все говорят. Да, да, да. Пожалуйста, води. Шановный водитель, ну дайте, пожалуйста. Он отказывается. Я с водителем, хуже водителю делаю. Я говорю, да. Мне а чем мы ему хуже сделаем? Они не каждый раз вы штрафуют, выписывают там что-то или еще. Если водители все понимают, я так понимаю, расходы, мы не выбрали, что вы должны. Ну хорошо, но я думаю, просто справа будет приводиться в місті Харкові, и мы не знаем, який буде. Це буде або попередження, або це буде винесений штраф. Штраф може бути в розмірі 1700 гривень або в попередження. А сколько штраф за то, что не записывают там? 1700 гривень. Братан, вообще, езжай с Богом и все. Ты скажи, что отказывайся и все, блядь. Я тебе просто говорю, вы закройте двери, во-первых, не держите. Я их не открываю. Ну так отойди, он прикроет дверь. Открой окно. Окно открываешь. Окно открой, братик. Он задержан, первый вопрос. Мы не вправе затримывать водителя. Послушай, если вы задержан... Вы не задержаны, вы можете ехать. Там сами решайте, ну, как быть. Шановний водій, згідно вимог чинного законодавства, якщо ви відмовляєтесь передати документи, буде складено акт на перевізника, тому що водій відмовився передати документи. Оснований не було. Шановний водій, ви будете передавати документи? Ні, брата. Возьмите, будь ласка, документи та пройдіть зі мною для... А ты приходи сюда, чего он должен ходить, вот скажи. Чего он должен ходить? Я так понимаю, что мы все должны делать на месте. Правильно? Будь ласка, я сейчас акт твой тут нахожу. А, ну так, пожалуйста. Вы будете предъявлять документы для складання? Будете? Будете? Нет. Вот если не было... Это вторая смена. Вчера первый день и сегодня первый. Пацаны, день. А что это, блядь, состава машина без номеров? Было. Пойдите у меня, проверьте, что там. Если вы мне дадите пояснение, кто был водителем, я вот так сделаю. Выпишешь постановление? Или же это? Я могу. Ну да, пояснение. Одно, второе, там, третье. Водитель еще напишет, что он управлял, да. И что, выпишешь постановление? За отсутствие номеров, ну, смотря какая там она причина была. Если он мне не скажет, что он сейчас вот 100 метров назад их потерял где-то, или у него украли во дворе в Днепре. Что? А что, ты согласился, да, братан? Слышишь, смотри, если ты остановишься с определением ДТД, мы не призываем к тому, чтобы нарушали водителя, но и они не везде там лайки. Можешь остановиться, там пройдет ДТД. Все будет хорошо. Согласно ПДД, прикольно. Блять, ну, я отъездил. Сейчас, подожди. 4 месяца по Европе. В 19 году у меня была самая старая машина. Друзья, ну мы на посту Новомосковский, как бы Укртрансбеспека остановила дальнобойщика, якобы проверить документы, еще остановили его с нарушением правил дорожного движения. Ну и водитель как бы согласился, чтобы ему выписали
за ОТК акт какой-то там. Поэтому как-то так. Поэтому, друзья, мы начинаем кататься по Украине, и я думаю, что в ближайшем времени мы именно в вашем городе окажемся и именно с вами сделаем фоточку. Поэтому, друзья, как-то так, мы погнали дальше. Новомосковские. Вы видели Укртрансбезпеку. И Рамзеса очень сильно зацепило. Что тут происходит? IPhone. Так, а ну iPhone. Макс. Так. Есть уровень. Горизонт. Так, а ну покажи. Дела. Вот мы выставляем 0. Правильно? Зелененькая загорелась? Да. Так. Так. Сука, 0. Сука, 0, прикинь. Прикинь? Братан. А вторую? Понял. Да 0. Да все, все, не-не-не-не-не-не, все, ноль. Так что тебе сильно не... Короче, иди сюда нахуй, блядь. Я тебя его сейчас умножу на ноль, нахуй. И он пошел умножать. Водителя, это ж не на водителя составляет. Все, 36 на него напиши, что купил новую фуру ему. Все, блядь. Это вообще мой коллега, на самом деле. Выносится на хозяева. Это ж составляется. На хозяева так и не ржали, чтобы нахуй. На властнике транспортного зала. Я с тобой согласен. Сегодня мы сюда ехали и видели такую же аварию, по-моему, вот там вот раньше, да, было это? Фура да, съехала фура, просто да, уже. Там был зерновоз, фура да, и да, автобус. Потому да, что человек наверняка заснул. Заснул. Да, ну, не соблюдает. Орет нахуй. Через 15 минут, когда у меня заканчивается время. Оно так, и, блядь, орет. Что я встал на парке.